Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Изменить свою жизнь». Мои дорогие, я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня я запишу небольшое такое коротенькое видео касаемо того, что очень многие, кто придерживается кето-питания, перебирают в белках. Мои дорогие, ну, белок вообще это строительный материал нашего организма. Бояться-то его не нужно, конечно. Так панически уж прям перебрали белок, и это смерти подобно. Нет, конечно. Но это еще раз подтверждает то, что первое время, когда вы переходите на кето-питание, мои дорогие, повторяю в сотый раз, пожалуйста, заведите дневник питания. Вам хватит 2 недели, чтобы это все понять и освоить. Почему вы перебираете? Потому что вы не считаете. И, допустим, если я считала, я знала, что так, в первый прием, ну, это вот когда я сидела 16-8, было 3 приема пищи, столько набрала, столько, я целый день считала. Целый день считала. Я уже в 3-й прием, я знала, сколько у меня остается на белки, жиры и углеводы, да? И это все легко и просто. Но если вы не считаете, конечно, вы и перебираете, потому что вы не знаете, сколько чего вы съели. Поэтому, мои дорогие, я вас очень прошу, первое, не бойтесь белков. Да, самое в кето-питании значимое то, что у нас по минимуму углеводов, много жиров и мало белков. Но бояться вот прям так вот панически, вы не должны голодать. Не должны. Это значит, у вас должно присутствовать и мясо, и рыба, и птица, где везде присутствует белок, и сыры, и творог. И вот я творог, я много раз говорю, что я очень боюсь творога, хотя люблю. И жирный творог нам 18% дозволяется, но у меня вот такая реакция организма, всегда у меня отеки, независимо в какой период я творог скушала, хоть утром, хоть в обед, хоть вечером, у меня будут сильные отеки. Я вообще очень склонна к отекам, потому что у меня плохо работает с детства генетически лимфодренажная моя система, и с детства я страдаю, я очень страшный аллергоник, я на все реагирую. Я, наверное, даже сниму в ближайшее время видео по поводу аллергии. Вот то, что переживала и переживаю иногда я. Возможно, эта тема будет кому-то интересна. Итак, возвращаемся к нашим белкам, мои дорогие. Пожалуйста, в сотый раз прошу вас, все, кто перешел на кето-питание, пожалуйста, заведите дневник питания хотя бы 2 недели. Записывайте то, что вы кушаете. Я вас уверяю, через, ну, у кого-то, может быть, и через неделю. У меня вот через неделю все стало на свои места, все было понятно. Я уже знала, сколько у меня остается, я не перебарщиваю. Я по жирам, я очень панически первое время, мои дорогие, ну, это, наверное, не только я, панически боялась перебрать в углеводах. Это было что-то, вот прям боялась очень. И часто не добирала жиры. Вот это у меня было. Хотя, если почитать многих блогеров, которые придерживаются кето, других людей, которые, ну, не блогеры, но кто придерживается кето-питания, у всех, ну, у многих, по крайней мере, проблема именно в белках, что перебирают по белкам. Мы привыкли, россияне, СНГ, мы привыкли жить на мясе. И, конечно, перейдя на другой тип питания, исключая крупы, мы восполняем это продуктами белковыми, и получается перебор. Еще хотела сказать, многие очень путают кето-питание с белковой диетой. Нет, у нас не белковая, потому что столько белка вы посадите почки. Повторяю, что кето-питание – это высокожировая диета и низкоуглеводная, но не белковая, не путайте, пожалуйста. Но еще раз говорю, пожалуйста, мои дорогие, не бойтесь белков. Вот прям некоторые панически. Белок должен присутствовать в нашем рационе просто обязательно. Белок – это строительный материал мозга, всего нашего организма. Все должно присутствовать в организме. И белки, и жиры, и углеводы обязательно.
Просто при кетопитании у них совсем другая формула потребления белка. Поэтому невозможно как бы объяснить, почему вы перебираете. Вот для меня понятно лишь то, что перебираем мы только потому, что мы не записываем. Если бы мы записывали, или в калькулятор, кому как удобно. Например, вот я первое время, честно говорю, и многим хочу донести, калькуляторы прекрасны. Я очень хорошо ко всем отношусь, этим калькуляторам, которые облегчают путь всех худеющих. Но когда вы записываете своими ручками, смотрите своими глазками, это быстрее запоминается, быстрее у нас откладывается, когда мы пишем именно своей рукой. Не вбиваем там в компьютер или в телефоне в этот счетчик калорий и так далее. Зрительная память при письме мы больше запоминаем. Поэтому я всех прошу, мои дорогие, если вы перешли на кетопитание, понятно, что очень много вопросов, понятно, что очень трудно изначально во всем разобраться, да? Ну, не боги горшки обжигают. Я когда пошла, у меня не было никакого помощника, никто мне не подсказывал. Доходила сама, все читала. Сейчас говорю, это все удобно. Интернет, открытое пространство. Но помните, не пободитесь на каких-нибудь кето-коучей, которые вам за деньги научат тому, чего они сами в основном и не знают. И поэтому читайте, смотрите. Я говорю, сейчас есть специалисты, которые и Алексей Ворон, да, и Марина Игоревна Колесникова, и Эрик Берг. Ну вот специалисты, которые это все доступно, это все можно посмотреть. Вот этим людям я доверяю и смотрю с удовольствием. Ну, как бы очень мне нравится, как доносит, как информация о кето-питании предоставлена. Мне, конечно, больше всего нравится у Марины Игоревны Колесниковой. Там все четко, никакой воды, все верно, правильно. По поводу белков у нее тоже есть видео, по-моему, если я не ошибаюсь. Я часто, когда что-то где-то сомневаюсь, да, чтобы или как-то возобновить память, я обязательно захожу на ее канал, что-то просматриваю и для себя как опять я вспоминаю. Поэтому я еще раз, я говорю, я, наверное, миллионный раз вам говорю, мои дорогие, кто пришел на кето-питание, кто решил для себя придерживаться, пожалуйста, заведите дневник, позаписывайте недели две, вы мне потом спасибо скажете, у вас будет вот так все отлетать на раз-два. И никаких переборов. Идеально, еще запомните, вот, допустим, я вам посчитала 1500, грубо, да, килокалорий на день, да, некоторые, вы знаете, до умопомрачения сидят и считают эти 1500. 50 туда, 50 обратно килокалорий в день не сыграет никакой роли. Тем более все калькуляторы калорий, они же все приблизительные. Они между собой, конечно, все отличаются. Пусть не глобально, но тем не менее отличается. Поэтому сказать, что вот этот точно правильный, этот неправильный, нельзя. Это все в общем приблизительно. И если, допустим, у вас посчитано по кетокалькулятору, помните, мои дорогие, что там выходит уже с дефицитом калорий. Не отнимать, не прибавлять в кетокалькуляторе ничего не нужно. Все, что уходит в кетокалькуляторе, это уже тот результат, который вы должны придерживаться. Понятно, да? Но и вот следовать, вот так говорю, некоторые до умопомрачения сидят, чтобы туда-сюда не так не получится. Если это получится когда-то редко, ну это не делайте из этого как бы такое уж сверхъестественное, чтобы обязательно вот тютя в тютю у вас вышло. Я изначально всем говорила, чтобы было проще, сначала наберите свои калории в день, наберите калории, потом подберите. Вы, если будете записывать, вам будет все понятно. Так, ага, у меня вот осталось столько жиров, столько белков, столько углеводов, особенно кто только переходит. Значит, питание трехразовое, да? И очень удобно вот при этом интервале 16-8, потому что в третий прием вы уже знаете, что подкорректировать. Мне этот режим очень помог, очень нравился. И самое большее количество своего лишнего веса я скинула именно на режиме 16-8. Я всем новичкам говорю, не переходите сразу. Вот мне некоторые пишут, конечно, я говорю респект,
Я перешла на кето-питание, питаюсь 2 раза в день. Вы знаете, ну, я могу только сказать, ну, молодец человек, конечно, и бравый, и все что угодно. Ну, мне кажется, это зря. Но если человек смог пойти легко и просто, и ему хватает 2 приемов, и еще он на 2-й прием уже корректирует все правильно, конечно, хорошо. Но все-таки моя убежденность, мои дорогие, переходить... Только перешли на кето, пожалуйста, хотя бы 3 месяца попридерживайтесь режима 16-8. Пусть у вас будет 3 приема пищи. Запомните, никаких перекусов. И я вас уверяю, вот когда вы начинаете все правильно, вы знаете все запрещенные продукты, вы знаете разрешенные продукты, у вас посчитано ваше КБЖУ, да? И у вас спокойный день будет, не надо нервничать, считать там... Ну, позаписывайте, вот 2 недели позаписывайте, потом вы будете в легкую смотреть в холодильник и знать, и как, и что, и где. И уже в последний прием, я говорю, вот у меня была проблема огромная в том, что я панически боялась перебрать в углеводах и не добирала по жирам. Вот по жирам я не добирала, и получалось, как и у вас, у многих, которые пишут, я перебрал в белках, правильно? Мы перебирали, потому что мы с обычного питания, у нас в основном же все-таки мясо, рыба, да, салатов было меньше. Значит, было меньше оливкового масла, сливочного масла, топленого. Пожалуйста, включайте сливочное масло, кокосовое масло, топленое масло. Вот я готовлю все, жарю, стараюсь жарить на топленом масле. У нас только полезные жиры, у нас нет никаких трансжиров, никаких магазинных майонезов, никаких маргаринов и спреев не должно быть. У нас должно есть и масло, значит, оно должно сливочное 8,2,5 или топленое масло. Не бойтесь бекона, свежий бекон, не копченый. Бекон, допустим, с яйцами прекрасно. И вот когда я говорю, я панически боялась перебрать в углеводах, я вечером в салаты, меня что спасало, я добавляла либо оливковое масло, я там считала, так тут ложечку добавлю, тут 1,5, либо майонез. Ну, так, конечно, домашний майонез, не магазинный, потому что все магазинные в составе имеют сахар. И поэтому, мои дорогие, все новички, все, кто пришел на кето-питание, у меня к вам большая просьба. Пожалуйста, ведите дневник питания. Он вас очень-очень выручит, очень вам поможет в дальнейшем. Вы станете асами, вам не надо будет никакое меню составлять, не считать. В меню это вообще забивать голову. Я 3-й год на кето, меню я никогда не составляла и не собираюсь. Это лишняя трата времени, просто не кушаю, что нельзя, и кушаю то, что можно. Ну вот девочки, которые со мной сейчас худеют, ну, подолгу, как говорится, службы, как я им все рассчитала каждому в отдельности, согласно их параметрам. Итак, мои дорогие, пишите. Задавайте свои вопросы. Помните, я отвечаю всем и всегда, даже с опозданием. Отчитайтесь передо мной. Будет следующий прямой эфир. Мы поговорим о том, ведете вы дневники, не ведете, в чем у вас проблема в подсчете, какие калькуляторы. Очень многие сейчас пишут новые, кроме FedSecret. Сама хочу зайти посмотреть те калькуляторы, которые предлагают посмотреть. Возможно, они гораздо удобнее, интереснее. Я почему FedSecret? Потому что он бесплатное приложение и... Довольно-таки простое, так скажем. Итак, мои дорогие, все, кто зашел на мой канал и до сих пор не подписан, подпишитесь, пожалуйста. И все мои дорогие подписчики и гости, я жду вас на каждый эфир, на каждое свое видео, жду ваших вопросов. Я никого не оставляю без ответа, отвечаю всем с большим удовольствием. Итак, мои дорогие... Не забудьте поставить пальчик вверх, пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы. А пока, пока-пока, мои дорогие.